что-то изменило? Нет у всех. Да, кстати, карта другая. Стало красивее чуть-чуть. Не знаю, что говорить вначале. Ну отдали, типа, чтобы все видеть эти части за пределы. Блять, я порт нажал, пизде мои банки. Лох. Ой, я дебил. А не полный фиал, Вайш, куда сдавать? А, чё ты спиздил уже там, Вайш? Ах ты, сука. Ну вот а это где говно квестово. А он на голду, он бесполезный. Эдвинсторм NPC стоят, Войт. Это... Ребята, когда введут хиджал, за репу с хиджалом будут падать кольца, короче, как CLK-шные, только третьего итем левела. Смотри, если я не ошибаюсь, там по цепочке, по квесту взять итем с этого, с Келя, и взять итем с Вайши. Тогда сдается квест, и можно репу поднимать. Да, почему ты говоришь? Сейчас вот этот квест, который падает, он бесполезный. В смысле, так их, его надо. Их какое-то ограниченное количество или что, я не пойму? Или где этот квест берется? Этот квест берется в пещерах времени. Сейчас я вам линкану, подожди. 303-е кольцо, оно как с целка на прок идет. Он херню линканул, я вам кольца линканул, какие падают. Там 300-е или 297-е? 303. Да? Их пока нету, и прок, давай 303. Так квест этот, походу, еще нету его. Ну его нет, ну, но я тебе вам объясняю, что не... Песчаная чешуя, вот, а, ну, тут херово, тут они кольца эти порезали. И там надо еще репу качать. Наверное, да. Там и, короче, по-моему, с ними за их репу покупаются на ханта стрелы. 134 дамага от них летит. Просто за халду. О, у меня теперь этот отсутствует, показывает лут с этого, Джайна, нахуй. Фух. Это обнова была какая-то. Нет, это не обнова была, я другой Atlas Loot скачал. Ага, хорош. Не-не-не. 7-4-19. Скинь ссылку в Дискорде. Скинешь ссылочки. По каналу я скачал в группе. Блядь, дай ссылку. Это кто вообще? По каналу бегает. Это волшок один такой. Скинь, кстати, ссылку на этот самый, на свой, блядь, ДБМ и залупы. ДБМ висит в Дискорде, ссылка. Ну хуй знает, у меня тогда он, блядь, какой-то калечный. Сука, у всех не калечный, у тебя калечный, пиздец. Нет, потому что, знаешь, почему он калечный у тебя? Потому что мастер, скорее всего, его ставил в свой старый, замена файлов. Ты же не удалял ничего? Я вроде новый. Ты удалял? Ну ты уверен, что ты бабки ДБМ удалял и ставил новый? Я не помню. Ну я с заменой ставил, у меня вроде все нормально с ДБМ. Я старый ставил, да. Сейчас подойду. И? Так, что теперь до Бори писать за фул? Ну да, хули. Да ДС легкий, там главное вот эту вот фазу с генераторами пройти и все. Кто это говорит? Это Виби говорит? Да. Войт. Я думаю, что не говорил, а он картавый, блядь. Войт. Шепелявый, дурак. Шепелявый. Что? Ответь в ПМ паладину. И имя Каями. Да, блядь, пока ты ничего не делаешь, ответь блядь, ему. Я уже с ним, блядь, переписываюсь полчаса, ебаный в рот. У него там какие-то... Одец, а то у меня ПМ засрано так же, как и у тебя. Я не принимаю и в гильдию, но почему-то пишут мне. Ты можешь принимать. Мне Простя написал. Ловерман говорит, это какой-то... Я помню, какой-то был такой... Чё, Шинсунг, у тебя первый кусок, да? Он с нами в ульду часто ходил, ёбаный в рот. Еще один кусочек тебе нужен, блядь. Я не всех помню, кто в льду с нами часто ходил. Ты, короче, нормальный тип. Он короче... за Паладоса играл или за кого? Да. Паладин. Не помню. Каями Хила не помню. Или да Кретик, у него не Каями даже. Был, а Ловермен. Ну тогда знаю, да. Че, нормальный, нет? Ну, адекватный. Нормальный, пацан, чё. Ну, брать.
Такой же какая-то девушка, которая была. Ну, по ульде нормальный. Я его, кроме ульды, нигде не видел, поэтому. Да не, ну он фармил. Судя по ульде. Пиздец, у Войда и микстурки, блядь, по сколько ИП. Как там Гэквайт писать правильно? G, Q, U, вот это. I, E, T, да, правильно? Это нету. Q. И ед, ну я так и написал. Точка. Просто у него, блядь, забагалось, типа он в гильдии, но он не в гильдии, нахуй. А, он, возможно, даже как это был, было, у него, возможно, он не заходил на аккаунт, и теперь он не подтвержденный. Да, пока он не подтвердит, он в гильдию вступить не сможет. Он сказал, он подтвердил. Нихуя, значит, не подтвердил. Короче, мне похуй. Значит, там какое-то время есть на эту залупу. Я недавно пытался принять какого-то знакомую кого-то, не помню. Мага. Сил, я та же шляпа была. Убьете Келя, пойдем. Дал инвайт, и ничего не происходило. Убьете Келя, пойдем RS-25 гер посмотрим. Если у допуска есть. А, вот такой, знаешь, этот фантазер на самом деле. Можно я не буду участвовать в этой вакханалии, где люди будут умирать из-за того, что Ретрик не кинул Фридом? Можно? Да не, надо. Я не буду в этом участвовать. Надо просто сходить посмотреть, что там. Миников убить. Понимаешь, я больше... Понимаешь, мне на все пофигу, на лужи, на лезвие. Я больше не уверен в Ретрика, который могут кидать Фридом по таргету. По метке. Шреддер, ты убьёшь? Ой, я в танках не уверен, блядь. Так, ты, сука, там во всём... Блин, всё отличие от обычки, лужа, эти метки быстрее... Двойное зеркало... Метки быстрее стакаются, лучи перекрестные. Но перекрестные лучи даже на самом деле легче водить, чем одинарный. Вот, танком ты... Ой, чекоу, трэш, ну ёпта, давай, быть, давай, быть, царь, заткнись уже, блядь, пошли бить вы трэш, ёба мать. Сумоним, блядь, что люди пишут, АФК отошел и так далее, а мы стоим все до сих пор. Так, в лицо им прям. Верьте этих пидоров. Так, если чё, Феникс, анрол. Мне. Убиливаешь, я его. Этот Хант, ты это самое. Ты где, блядь? Это Хант, ага. Центуриона уберите, блядь. Милики, кого вы бьете? Центуриона я бью. Хорош. А мобы резнулись все, да? Или не а все? Ты не видишь? Ну, у больших нету. Да, боссы рисаются. Больших не вижу. Покажи мне их. Войд тут нет. Чё? Давай пойдем эти воронки потом фармить. Походу мобы резнулись. Только мелкие, блядь. Ну мелкие, видишь, резнулись, может повезет. Если они устанут, блядь, если мы резноспидгер еще скоро. Не знаю, что вы смеетесь, пустой босс. Че, ты ханто продал его баранку? Да. Ну, теперь посмотрим, что хант может. 18-19. Теперь ханту нужно часик манекен подращить. И так будем на трэш идти с мастер лутом, да? Нормально все? Вот, ты сам все лутаешь, все воронки сам найдешь. Ну лутай тогда, чё? Да вы, блядь, заебали. У меня, блядь, этот паладин пишет, нахуй. Понимаю, что воронку быстрее найти, если будет групп лут. Я знаю. Ну,
Так, тебе говорить каждого моба лутать? Ну давай. Я не могу все одновременно делать, чулан. Я не против. Я просто тебя спросил, мы будем идти, ты будешь сам лутать или ты группу поставишь? Чулан, Оли, да, не хватает. Сказали поставить, я поставил. Сейчас бы Оля рассказала. Вообще, ну, на данном этапе развития нашей гильдии крупно повезло людям, которые будут сюда вступать, потому что они не будут так тяжело одеваться, как я, блядь, одевался. Ну, потому что, во-первых... А не говори, как ты, блядь, тяжело одевался. Ты чешку раньше меня получил, не пиздина. Так я ее вообще заанролил, блядь. Ну, я умолял полгильдии. А я не мог ее даже, сука, заанролить, блядь. Потому что, сука, не падала, блядь. А два воятеля, блядь, по 1100, ты помнишь? Сука. Да я хэмовский тоже заберу. Вот это. Так а я два обычных. Я обычными не страдал. Но... Рыцаря бьем, которого я держу. Пока мистрэш ребутнул ноут. А где вы говорите воронки в ГБ? Я что-то там в ГБ не вижу ни одной воронки, блядь. Вы что, блядь, курите что-то? Или я тупой, слепой? Какой-то. Все забрали уже. Ну ладно. Нету в ГБ воронок никогда. Так, Джованни работает, но... Так, ребята, знаете что? Это все охуенно, но килли сами и рыльте. Кто-то там из вас. То я и так уже дохуя ИП получу, блядь, за эту хуйню. Так, ну, ваш 15 очков слишком дохуя, будет 10, вот за киля пока не знаю. Я там посмотрю. А глобалы, кстати, убивают? Это ваш. Да ваши все убивают, кроме нас. Это сегодня первый раз. Не, ну я считаю, что я правильно вот эту хуйню расставил, 5 групп, вот это все это правильно. Потому что я другого способа не вижу, но как вас организовать. Да, знаете, что повезло, что нас возле кружка, у нас в одном месте они выходили все время. Да там похуй, главное, чтобы люди сбегались сбоку, которые стоят, и все. По команде UTC. Ты-то, конечно, меня кинул в кружок, блядь, но я бил, сука, мобата большого там, блядь. Мне бежал, блядь, с кружка пиздец. Я же говорил, когда вас расставлял, я же говорил, кто внизу точно стоит по КД, а кто бегает. Пары бегают, потому что у них стойки, сука. Им проще, они мобильные. Я думаю, это правильно. Воронка. Лесните раков. Ну давай возле стенки вот туда. Поехали. Выключил активацию, сижу, пизжу, блядь, кнопку не нажимаю. Тёма придет, вообще охуеет, походу, да? Ну, блядь. Если придет. Его там, походу, цыгане уже украли.
Да он на север уехал на заработки. Че, к тебе что ли? Я не на крайнем севере живу. У меня тут хоть и минус 40, плюс 40, но, блядь, на севере похолоднее. Да, сука, чё он так ваншотит? Дайте, пожалуйста, станы, блядь. Ладно, пойду что-то похавать сделаю. Короче, Войд, я с тобой походу воронки буду забирать. Какие? Не воронки, точнее, а ты пятый его. Годика через два с тобой оденемся. В смысле? Ну ты же Рога. Там надо. Да я пока. Я, во-первых, у меня сейчас походу работа поменяется. Я не так часто смогу в рейды попадать. Ты заебал. Во-вторых, я зов хаоса хочу. А, так зов 468 ДП всего лишь. Main hand. Кстати, по поводу, блядь, скидок, если предъявляешь с обычки, работает еще такая залупа? Нет. Блядь. У меня и фалик подготовленный, и зов. Да можете забыть про эту хуйню. Фалик. Кто это придумал? Кому, блядь, плюнуть? Монету. Сейчас. Ну я же писал канал там, вон он, сейчас я открою. Лут свеча. Вот он. Ну, короче, этот. 468. Про каналы никто не знает. Крис зато за 0 ГП, нахуй не нужен никому. А чё там? Fallen Rush. Только хантам за 1400 идет, остальным 468. Все, чё тебя не устраивает? Ебать. Я 4 канала пропустил. Нет, даже 5. Я не знаю, блядь, а чё, он падает 100%, как из слича, что ли, или чё? Чё вы паритесь? Ты знаешь, как спутниковые каналы, короче, поиск делаешь, а там они все добавляются и добавляются. Слышите? Так вот его... Да вот, блядь, клепает. Феникс падает 100% или чё? Чё вы пишете? Там? Нет. 0.1 или 0.2%. А, ну и всё, паролем. Короче, играл я на X10 здесь. Знаете, у какого процента было были фениксы? Нет. Я вам скажу так. Я видел только 2 человек, которые летали на нем. На всем я здесь уже видел с фениксом. Я не знаю, задоначен, конечно, нет. Ну, во-первых, это можно задонатить. Во-вторых, ну, есть такая вероятность, что ему упал. А может быть они и здесь сделали 100% дроп, мне кажется, вряд ли. Да если бы был 100%, все бы уже с ним ходили, блядь. Ладно, ребята, смотрите чё. Я конечно, могу порассказывать вам, но вас это, наверное, бесит. Дал ассиста 3 людям. Чулан, Турбо, Мастер. Давайте, начинайте говорить с людьми, чё как делать там. Ну, все говно. Растай, пожалуйста, танком. Вот сейчас вот кто танки, скажи. Сомалийский миксурка? Раздадут. И третий кто? Миксурка раздаст. Кто третий? Эвинар. Ну тут третий. Эвинар, дайте саппорт. Сразу же, блядь, дайте саппорт. Че, мы в 3 танка или в 2 будем? Что, в сомалийском в миксурке я уверен, а вот Алиса падала в прошлый раз от бомбы. Нахуй такое не надо. Так просто нахуй Алису не ставьте на эту хуйню и все. Самалийского на бабу. Я упала, потому что у меня была сломанная броня. Так чинись okay. тогда. Ну, тогда ставьте джипсы, чинись. Есть? Поставьте джипсы, пожалуйста. Можете Алису на мою хуйню... Ой, ладно, нет. Не надо про твою хуйню, пожалуйста. Вот и все. Короче, ребята, 2 часа будем тут сидеть. Час я и, джип, и потом еще час экстра время. Так что... Ну, имейте в виду, валики час нахуй, потом по пизде все пойдет. Имейте это в виду.
Ну мы уже Вайшу убили, у нас уже прогресс, так что мы молодцы. Вот сейчас и Келя еще убьете. Давайте, кто там рассказывает, мастер, там чулан, говорите. Вот вар, класс вар, чем вы контролите? Устрашающий крик, блять, разоружение, нахуй. Че там, блять, еще? Подрезать сухожилием, блять. Роги там, ослепление. Вот это все говно рассказывайте или что, или мне рассказать? Мастер, поставьте. Господи Иисусе, кто здесь не был? А? Давайте побыстрее, а? Кто здесь ни разу не был? Ну, бегом. Саммер, короче. Чопс, еще кто? Все? Были они. Не, я просто, чтобы не распинаться. Я просто вам определенные вещи скажу и все. Кто они были? Я был нахуй в Москве 2 недели, если... Короче, вначале бьешь чувака с топором левого. Первая фаза — забей хуй, бьешь, кого бьют все. Дальше появляется оружие. Сливаешь оружие, которое держит микстурка. Микстурка держит слева. Он там на платформе слева. Будет держать оружие. Ты его лупасишь, остальное хуй забиваешь, а скинул дот и хрен. Берешь оружие, посох. Астральный посох распыления. Нажимаешь на него, чтобы на тебе баф такой появился, 15-минутный. Угу. Дальше. Босс резает всех педрил этих ебаных. Бьешь вначале этого чувака с топором. Таладред, который бьют все. Бьешь только на платформе, вот где он сейчас. Только там. Нельзя его никуда уводить. Если он на тебе, бежишь от него, кайтишь постоянно. Нон-стопом. Бегаешь. Дальше идешь бить чувиху. Вот этого. Великий звездочет, что-то там. Ее танчит микстурка в жопе мира, вон там, сзади нас, короче. Убил ее, пошел бить этого, Ханта, вон, старший инженер. Убили Ханта, дальше Кель. Кель и Фениксы. На Фениксах. Первого Феникса забиваем хуй. Слышите меня? Забиваем хуй на первого Феникса. Хрен на него, просто накидываем РДД доты, но не убиваем. Дальше контроль. Делайте, блядь, что угодно, я не знаю, там. Отбегайте в жопу мира, но чтобы вы никого не убили, особенно вары. Сделайте чардж заранее. Вот чаржнитесь за 5 секунд до контроля в босса, чтобы вы не чаржнулись потом в контрольного, когда вы будете в контроле. Пожалуйста. Не надо так, а то вот у меня чаржнулся, и сова упала. Как бы, и все. Ничего больше не произошло, сова просто сдохла. Контрольте всем чем угодно, блядь. Все, что у вас есть. Фиры, бомбы инженерские, спейсов. Насрать вообще. Главное, чтобы никто не сдох. Хоть сетку с этой, с тканевой кидайте. Насрать мне. Главное, чтобы никто не сдох. Появляется второй Феникс. Доливаем первого, который раздотанный. И так далее. То есть к концу фазы у нас должен остаться один Феникс раздотанный. И пока Киль переходит там, бла-бла-бла, пацаны, я вообще всех завалю, убиваем последнего Феникса всей толпой. Как и в прошлый раз. Милики свичаются, яйцо и все тому подобное. Бля, еще. Есть метка на полу, огромная херня такая красная. Ты ее увидишь, она, блядь, неебически большая. В ней не стоит, ты сдохнешь сразу. И ласт фаза. Кто не знает, короче, видите кристаллы справа, слева? Вот такие большие. Там хреношки такие крутятся, видите? Кель будет подкидывать. И вам нужно зависнуть потом внизу, вот на уровне вот нижней крутилки. Вот она самая нижняя, которая крутится. Потому что когда вы будете падать, чтобы вы не сдохли. Все, это ваш ориентир. Рассосались, увидели этот кристалл, встали, РДД, раньше набрали, хилы тоже раньше набрали, чтобы вас хилить могли. По этой платформе, не дальше, блядь. И бьем Келя. Он подкидывает, мы падаем. И так по КД, все одно и то же. И все, Кель сдох, это все. Какие-то вопросы есть? Короче, сначала с топором чувака, потом звездочет. Сейчас будешь бить, кого бьют все. Все, я понял. Есть, а чё за баф от посоха? А чтоб тебя фир не кидало, немоту и еще там какая-то залупа. Понял. Просьба к ДК. Если видите, что вар, ДК там или еще кто-то из миликов или рога побежали в рейд, либо стяните его, либо киньте ему оковы, чтобы он медленнее бежал и было время контроля. Окей? Так, Войд, кинь метку, короче... Сейчас покажу, куда. Чулан, ты ассист. Короче, Фениксов держат примерно вон там. Да ты ассист. Примерно. Надо Tell Me When вырубать. Этого пидора Келя типа вон там. Примерно. Чтобы примерно 15 метров было, 20. Ну, относительно. Чтобы...
танк, который танчит фениксов, улетел вот в ту стену, которая справа, а не, блядь, вот сюда вот. Вот сюда не надо танки летать, пожалуйста. Вас хрен достанешь потом. Что еще? По остальным меткам все понят, там Алиса здесь, Сомалийский. Спрашивает Алиса, кого она танчит. Алиса, кого ты танчишь? Сомалийский тут. Ну и микстурка там в жопе мира. Пусть знает, да, кого танчит. Ты не знаешь, кого танчит? Я тоже не знаю, кого танчит. Мастер, кого она танчит? Ты знаешь, кого она танчит? Я не знаю, кого она танчит. А кого ты танчишь? Алиса, кого ты танчила в прошлый раз? Так, о, блядь, я не просьба к... Лысого, зеленого. Просьба этим... завалить кто... ебальники, пока чулан объясняет. Это просьба к людям. Если вы увидите метку, эту красную на полу в милизоне, потому что я могу не увидеть. Скажите это, микстурка там или Войд, скажите... Лужа милики, чтобы они съебались нахуй оттуда. РДД-то я надеюсь, я вижу. Сейчас бьем пидораса. Вот это вот. СС, давай сразу на друидов дадим. Блять, я вот не понимаю, нахуя вы метки на них даете? Это что-то даст вам? Уберите нахуй это все. Пизду. Просто так даю. Я даю для Саммера и Чопса, который не знает. Первый бьем ромбик. Потом печенька, ну и так далее, короче. Пусть побьют с метками сначала, вот, потом привыкнут. Я просто так их даю. Подожди, а почему второго печеньку убьем? Ты же говорил треугольник. Ну! Треугольник третий. Как трусам велики не подходят. СС-ки на друлей киньте, на обоих. На обеих. Кинули уже. Да, и Саммер, когда будет вести трусы, ты не бьешь, стоишь ренжея. Их ждешь, пока его доведут. Там агрос летает очень быстро. Как поставят, начинаешь лупасить. Это самое. Слышите, мне, знаете, что ответьте? На боссе, на келе кто будет стоять из танков? Первый освободится, то есть микстурка первый освободится. Я предлагаю поставить на босса Сомалийского, потому что, во-первых, у него щит есть. Сомалийский. Ты шаришь? Можете так. Главное, на фениксах стоят два танка. Два танка, вы ловите ебаных фениксов вдвоем. Мне насрать, кто будет первым. Давайте кто будет танчить его. Давайте еще раз. Потому что, подожди, Войд, если вас возьмет в контроль хотя бы одного танка, на втором будет агро уже по второму. Вы поняли? Кто будет танчить фениксов? Нон-стопом стоите, набирайте агро. Вдвоем на фениксе. Блять, давайте тогда проще скажу. Второй будет танчить. Давайте я проще скажу. Мне похуй, кто какой будет танчить. Сомалийский, ты будешь на келе. Лутая щит, там 4 секунды деф на 100 тысяч. Да, да. Значит, смотри, я понял. Когда босс, каст. Когда босс кастует, ты читаешь каст. Если там огненная глыба вдруг будет, ты отдаешь щит. Вот, ну там когда у него 30 секунд, либо свои обилки. Вот, там должно как бы хватать. Микстурка с Эвинар, вы на Фениксе. Оба на первом набираете агро. По Фениксам как вы решили? Бьем Феникса. Правильно? Правильно? Первого Феникса. РДД просто дотует. Стоят где-то рядом, накинули дотку, дальше келя. Идет контроль, расконтролились. Накинули опять доты. Выходит второй феникс, убиваем первого. Который уже задотанный нахрен, уже у него там хп, не знаю, 100 тысяч. То есть через одного. И под конец, когда кель будет переходить на фазу 30 секунд, мы убиваем последнего феникса. Понятно? Просто первого феникса мы вольем дымаг в келя. Чтобы быстрее перевести. Вот и все. Из понятно по фениксам? Да это все бредять, но он пока ивент, блин, будет читать сейчас. Нам главное пережить, блядь, фазу, где контролят. Да. И все. Бум, дальше через 10 секунд. Делайте, что хотите. Это я прожимаю заранее. Старт до конца босса будет. Переживайте, как хотите. Эту хуйню кайте на платформе. Не забывайте. Два раза. Сейчас и потом. После 50 нету контроля. Должен быть контроль. Нет. Его в прошлый раз не было. Когда мы довели его. Второй я скажу, нет, когда. Моса побежал. Тише. На платформу, Моса. На платформу к нам. Платформу, ты че? Бегом! Все, смен хели будет сейчас. Че откидывает, когда дойдет? Может улететь на метров 100. Он Шансун. Побил. Это ж печенька. РДД на рейндж он фиряет. Каст будет у него там, не забудьте. На максимальный встаньте, чтобы вас не зафиряло.
9. На пульте. По брику. Да все, он набил. 10 секунд. РДД раньше наберите. Пан, ты так и будешь стоять? Как у тебя дела? Он всегда АФКшит. Что ты заебался? Просто спросил у него. Я не доебался. Сейчас сфер будет секунд. Он начинает бить, когда босса поставят. Будут трусы, не трогать РДД. Дойдет до середины комнаты, только тогда кидайте хоть какие-то доты. Сейчас отойдите, раньше набрались, с центра все съебались. Пэтов отозвали. Вместе не стоите. Чтобы она не кастовала эту хрень вокруг себя. Турбо-танкует. Милики, бегите сразу к Келю. Смысл Милики, вы не бьете этого босса. Вы не бьете эту чувиху. Не бегите к Луне сразу, она, он будет кастовать бомбу через 5 секунд. После убийства трех. РДД, поехали, вроде встал. Раньше набрали между собой хотя бы 10 метров, и все. Это убери, собаку убери, хант. Берите, уберите, ханты, хант, убери. Царь на тебе, аккуратней. Да все вижу. На мне не микстурка, я в смысле того, что не уведи его. Я про это имею в виду, на мне агро. Что, там собака, будет турбо после копий, скорее всего. Инженер, пошли. Милики не бьете. Там будет бомба. Не забудьте. Бомба 5 секунд. Самолиски, дай я топор заберу. Чего? Мне стан, эта хрень. Блять. Добьете, добьете, стойте там. Топор. Сейчас будет оружие, никому не бить. Только на пол. Сейчас стоят, ждут. И смотрим. Ты бьете череп. Остальных доты накинули череп. Идите с пана, там еще с кого-то. Забирайте танки, давайте, давайте. Берите посох. Он почему-то на мосе висел. Зря сейчас дали. Бой долгий. Надо было перед последней фазой создавать. Ну или типа того. Перед контролем, вот. Еще лук РДД. Лук. Череп поставил. Идите там топор, милики, сразу. Иди. Все, кто тут первый раз, тут надо брать легендарное оружие, надевать. Все в ДД посох. И вы там что хотят. Могут пуху взять там тогда. Заведите чуть-чуть. Там одного оттяните, чтобы проще было забирать. Один хил со мной пойдет. Хоть у вас 40 секунд, берите оружие. На платформе сейчас, все на платформе, кроме там 2-3 хилов, которые хилят микстурку и Эвинар. Вы стоите там, где вы и стоите. Только вары, всем не надо убегать, нас тоже надо хилить. Чулан, извини, вары не забудьте взять, луки, да? Роги, вары, лук не забудьте взять. Моса, иди туда, меня Малик похилит. 12 секунд. Не уводите, бегите сюда. Если пойдет на мосу, пофигу, или на маликета там, или на микстурку, насрать. Возможно, я недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками сразу, но. Че голова, микстурка, пофигу, пусть идет. Катни, с хантом рядом не стоит, он бомбу кидает, не забудьте, который луна. Эл-Рей. Давай, давай, давай на платформу. Уже аккуратнее, не зафиряйте сейчас. Про, на платформу, Миша, про. Эдер. Никого особо не убегай, чтобы тебя хилить могли. Чопса захил.
ДД сейчас будет убегать. Шансунг, РДД накиньте доты на инженера. Ну, ну. Побежали. Милики печеньку. ДД трусы, бегом. А Геру? Геру. Посох у тебя? Ты посох ходил, чулан? Да, я заюзал только что. Сейчас я подойду. Там и аккуратней, чтобы она не пиналась. Три воспламенения, захильте, кто рядом. С воспламенением. Пошли инженера пиздить. Милики сами справятся. Вот мне печеньку и все. Дальше инженера бейте. Близкий, освободишься, пойдешь босса танчить. Афир, аккуратнее, не зафиряйтесь от печеньки. РДД. Милики пошли бить. Стоп, бомба, стойте. Сейчас он кинет, пойдете. Давайте. Фаза 15 секунд. Тамалийский, иди на место. И вы готовьтесь его хилить. Фазу рассосались вдоль платформы, вдоль ступени. Надо кучно стоять. Дайте ему наагрить. На пульте поставь, сбейте ему каст и поставь в район печеньки, пожалуйста. Веди его, когда он бьет тебя. Веди в район печеньки. Прям туда не надо примерно. Все, встали. Помните про лужу, все. Контроль 20 секунд, можете сливать там всякую свою срань. Арджи там вара не забудьте. Скажу я вам. Сколько у вас там КД? У нас один шаман может... Не, лужи, ушли из лужи. Контроль, готовьтесь. Милики вышли оттуда, вышли из центра. Отошли от босса. Готовьтесь контролить. Дали контроль, меня. Кто там еще? Бычья голова, царь. За контроль и бейте босса. Если он там появился. Дот, накидывайте дот. Феникс. А танк набирайте агро на Феникса. Блять. Зачем вы Феникса бьете раньше времени? Ну, блять. Да его откинуло. ДД, доты накинули. Бычьи голову не убейте. Диспел. Меня диспел, кто-нибудь, но. Ясно, бычью голову. А ты еще накинь. Подайте ему. Контроль. Вара, скажу, когда сливать чардж. Лужа, лужа. Милики, лужа. Слили чардж, ушли оттуда. Сейчас контроль будет. На Феникса еще задотали. Кет сбросил, Войда контроль. Шансунгу контроль. Феникса второго. Сейчас Феникс второй. Забирайте второго Феникса. РДД, сливаем Феникса, череп оставил. Милики, готовьтесь, череп. Милики, сейчас к черепу подбежите. Лужа, отошли, яйцо слили, милики, бегом, РДД, яйцо, лужа в центре, ушли оттуда. Контроль. Феникса быстрее, яйцо слили. Ну, Маликета зачем убили, твою мать. Срезаем Маликета. Все, в келе. В келе все. Мой этого второго, вообще не трогайте его. Эти доты еще Старфолда. Маликету ману залейте. Дим, спойте, я заливал уже этот бычий. Пою.
Приготовьтесь, скажу, когда вам. Феникс 250. А что Феникс так далеко? Нормально это? Не трогайте Феникса, не трогайте Феникса. Контроль слили, вары. Вары слили. Чардж, быстрее. Феникса второго забрали. Твою мать. Микстурку. Ивнар, лови. Лови бегом. Чтоб никто не сдох. Нормально, меня забейте, я с руки бью. РДД, РДД. Милики, готовьтесь, черепок. Бегом, сейчас скажу вам. Сейчас будет яйцо, милики. Поехали в яйцо, бегом. Слили яйцо нахрен. Вара, законтрольте. Сейчас вихрь дам. Быстрее яйцо, быстрее. Там лужа на ком-то. Яйцо, быстрее яйцо. Еще быстрее. Царь сдох. Твою мать. Не успели яйцо, Феникс. Задотали. Сейчас покажу череп. Да, задотали. Милики бейте, босс. Блять, уже четверо сдохли, твою мать. Погромче говори там, кто, пожалуйста. Хан, что ты хотел? Каст огненной глыбы. Нужно сбивать на ваншот. Танк знает, что делать. На, сомалийский, блядь. Огненная глыба ушла в миликов, нахуй, не сомалийский. Контроль слили, чардж. Слили чардж. Контроль сейчас будет. Феникс третий. Доберитесь меня. Контроль. Череп. Все в череп, бегом. Милики, ждите, сейчас скажу вам. РДД, долейте его. Милики, ждите, вас сейчас откинет. Ждите. Яйцо появилось. Яйцо все. Лужа, милики ушли. Да. Я предлагаю упасть и попробовать получше заново. Все, два, уже, да, можно падать. Идите к двери. Ну, двери идите сразу, чтобы не было этой плажи. Во-первых, у нас реально хватает Феникса за Фениксом сливать. Это раз. Это во-первых. Во-вторых, пан как сдох. Что ли он агро там Феникса сорвал, то ли чё. Он был Феникс в нём. В-третьих, человек, бычья голова, это хил, это тряпка. Бури, выключайте паладины. Мне похуй на ваш ДПС. Выключайте все АУЕ. Лужи не обновляйте, ничего не обновляйте. Это что, так сложно сделать? Я не понимаю. Если вы начнете делать нормально, то мы убьем этого босса сразу. Если будете говно делать, то пиздец. Выйдите все за дверь. Кто там? Сними диван, выйди за дверь. И один резайте. Сними диван, выйди за дверь и дай масрез. Ой, ну зад. Пан, есть мамонт подчиниться? Кого масрез не достал? Поменяем чуть-чуть. По-другому поставим. Кого масрез не достал, Локи тут, если резнуться, поставите шкаф сумонёв. Смотри, говорят про того, кто держит Келя. Он не может сбить каст, когда милики бегут все на яйцо и кого-то ваншотает. Блядь, то есть, да? Я говорю, на какого-то ставить. Он что, не танка выбирает или чё? Нет, не танка рандомного. Выбирает. Рандомного. Давай один рога или, не знаю, вар какой-нибудь выбранный будет сидеть чисто на боссе. Без свеча. Нет, если вара и какой-то не будет сидеть с яйцом, мы не убьем яйца. Нет, мы убьем. Давай микстурку. Может, просто другого танка поставите, который будет косты рубить. Саглы. Нет. Пусть будет микстурка, нет, например. Два ДК стоят на Фениксах для того, что у них агро охуенно набирается. Для того, что они вместе. У будут... сомалийского лучше если... набирается на. Если возьмет в контроль одного из танков, то второй будет на Фениксе сидеть. Сомалийский на боссе стоит, потому что у него есть фазовый плод. Прожать прожимку 100 тысяч абсорбов. Ну, заебись, дальше пускай люди мрут. На боссе можно оставить чопса. Просто шоковую преграду сливать и все. А что изменится? Смотрите, есть предложение. Перед тем, как будет брать в МК, ДКшники могут выбегать и просто вытягивать всех под МК где-то дальше. Ну так и надо делать. Легко выбивать. Я об этой хуйне говорил еще, блядь, до первого трая. Короче, сделаем по-другому, раз это не канает. Как обычно будем делать. Только. Я не тянул просто, как по мне. Сделаем... Так, фениксы в основном появляются на платформе. Сколько я видел, вот там, где как раз кель стоит. Поменяемся просто местами. Кель в другую сторону. Держите, вот вопрос. Держит сомалийский, это как бы
я вам ничего. Я не знаю, как там... Ты сказал, двигался. Печеньку я подвел, в печеньку. Все. Ну так заебись будет. У кого есть Дживс? Наверное, у Ханта. Он себе, наверное, стрелы делает. У Ханта есть, у Мосса, у Мастера, у Пана, у Элрея. Чего у Войда, у Чопса, у Костеля, у Миши Про. Есть инжа. Есть рецепт, но нет Дживса. Не впадло его делать. Старый. Давайте у нас, кстати, Хант может уйти во время драйва. Алиса, ты тут? Ты починилась? Молодец. Костень тут. Костень. Короче, бьем фениксов, как поставят. Забиваем хрен, потому что это фигня. Там он что-то кидает ваншот. Что-то не успеваем. Хуй с ним, бьем сразу. Потом по-другому просто в конце сделаем перед переходкой. Забьем хрен, например, и перейдем босса. Ну, чтобы там таймер нового феникс не вышел. Вот. А и просто поменяемся местами. Феникса будете слева танчить, а этого Келя справа. Турбо. Если сейчас быстро пульнем, то у нас останутся пухи с того трая. Наивно, не у тебя еще раз лутанете, ничего страшного. Бычий глаз, все готовы. Пошли. Лук смелый. Да наденьте свои пушки. Войд, ну ебаный в рот, блядь. А в чем проблема? Оружие оденьте свое. Армурпоты, нахуй, в чем проблема? А, зачем? Да, Войд, и не пуль так тоже, там люди ну, тринку настакивают, если что. Мозг себе. Нет, настакивает. В смысле, ты отчет дай, а бой слови чуть позже, вот и все. Да, блядь, зей. Там же настакивают, присты настакивают же тринку. Мастер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот тебе армия. Я в него в рывок дал, блядь. Опасная. Опасная, ткайте. На платформе, на платформу. Она улетела, беги к нам. Только не через него, к нам беги. Спросит. Ну зачем? Винар. Блядь. Там фениксов как поставят, то есть их поставили, прошло 2-3 секунды, только тогда врывайтесь. На них не работают таунты. Пан, не бей. 2-3 секунды, ёб твою мать. Хуй у него игру уже сорвёт. Чтобы хуй сорвать, надо... Раньше набрали РДД. Сейчас фир будет, 4 секунды. Я напулил, не ссыть. И второй рога, Мишаня тоже напулил. Таунты просто... Пришли с центра, по ВКам рассосались, пэтов отозвали. Пусть микстурка ведет спокойно. Если что, ДБМ включает рейндж 10 метров. Это значит, между собой всем надо ставить рейндж 10 метров. А то воспламенение, если в кучу кинется, все люди будут дамаг получать. Не бейте ее, дайте поставить. Дайте его довести, не бейте, дайте его довести. Иначе воспламенение будет в рейде, это будет жопа полная. Раньше набрали только. Микстурку захил. Оно и так влияет его кидает. Ну, в тотем. Не воспламенение. Отхильте. Нормально так бьет. По 10к. Мало. Дубову не проживал. Хотел посмотреть, сколько будет бить. Эльки, не забудьте, будет первая бомба. По 5 секунд. Эх, любить. Стойте на месте, убьем.
Оружие. Стоим, курим. Секунд 10. Ну куда он остал? Сейчас торбо сорвется тебя, Аня. РДД, убейте вначале череп, потом будете масуха бить. Ну царь, ну ёпта. Убей эту хреноту, она сейчас чарнится в кого-нибудь и убьет кого. Нахер это надо. Потом будешь ауешить. Я понимаю, я тоже хочу туда дать что-нибудь ауешное. Ну, блядь, эта хрень, блядь, убьет любого. Там лук. Шел. Череп поставил на лук. Чуть разведите этот лук и посох. Видно было. Заберите с кого-то. Посох на ЛРЭ. Пейте уже посох и лук у них чуть-чуть. Отведите. И тесак тоже, чтобы они в толпе не были. Эту херню поставили, забафали и так далее. Нулись на платформу, Маликет там хилит. Так как обычно. Катим это говно на платформе. На платформу, все кроме танков, несколько хилов, которые хилят. Надо подождать. 70 РП не хватает. 5 секунд. На платформу зайдите или либо рядом стойте. Ехали. Ханте, хант на платформу. На платформу. Спрыг сделай. Лрей. Это как? Би. Про и не жалейте КД прожимок. Он меня пнул, Лрея захил. Сель. ДД доты. На инженера накинули и пошли бить чувир. Скажу, когда гер. Келя ближе к фениксам танчит. Зи геру. Геру. Я просто держи с правой стороны, где сейчас были фениксы. Ну, типа того. Наоборот, то есть. Бойся воспламенения. Захил. А Кель не эвейдится, если его с платформы далеко отходить? Может, бывали такие проблемы. Не надо. Где я его на платформе буду держать, только поближе. А лес там лесом. Вот выше них стоит. Оба захил. Да, накинули доты на этого, на печеньку, да, чувака. Пошли бить этого. Эр. Блядь, мне игрушку кинули. Я под невичку ему. Афир, 5 секунд, аккуратнее, РДД, не зафиркись. А босс умер. Эки, бомба 10 секунд. 5 секунд бомба. Валите оттуда уже. 4. Бомба. А за 15 секунд 10. Бомба. А, нет, нет. Вру, добивайте.
Рассосались, встали на рейндж. Сбили каст, Самалийский поставил. Спокойно бьем. Контроля 30 секунд. Смотрите на свои скиллы, чтобы в контроле они у вас не юзнулись. А лужа будет так. Смотрим на пол, если что. Варачардж сделали, ушли из метки. Варачардж сделали, разошлись оттуда нахрен. Чуть-чуть раньше друг друга набрали, чтобы контроль дать спокойно. Дали контроль, турбой с микстуркой и так далее. Отведи от контроль. Мастера Келя. Молодец, скоро Феникс. Готовьтесь, Эвинар забирает Феникса, никто не бьет. Феникс появился, Эвинар забирай. Иди влево, Эвинар влево. Отлично. С ним хорошо, пофиг, где... Еще... Ну, не через рейд. Уведи к стенке просто. К стенке уведи. Все, все, Келя ближе, Келя ближе к нам. РДД, бейте Феникса, бегом. Как я скажу вам. Лужа, турбо. Уже смотрите. Лики приготовились, скажу. Приготовились яйцо. Велики пошли в яйцо, бегом. Келя к ним подведи быстрее обратно туда, чтобы они быстрее пришли к Келю. И обратно его на платформу. Контроль 17 секунд. Перед контролем яйцо. Обратно на платформу. Раньше набрали, скоро контроль. Берите раньше. Вары слили чардж. Слили чардж, вары. Блять, чопс. Чопс, я зелёный. Феникс. Лови, лови, лови. Лови. Я бегу. Отлично. Дали контроль. РДД Феникса. Контроль, Роги. Подведи чуть-чуть ближе Келя Фениксу. РДД, бьем Феникса, даем контроль. Не забываем, ПКД, прости, сейчас еще из них. Да. Лужа. Лужа, лужа, милики. Аккуратнее. Люди с контроля выйдут. К стене уведи. К стене, то сейчас улетишь. Милики, готовьтесь. Поехали в яйцо все, бегом. Здесь пыльте паралич, яйцо. Роги, пожалуйста. Во, отлично. Прям к яйцу этого победите. Шикарно. Центов почти 10 мы сливаем, нормально. Ничего страшного. Пока, пока держимся. Здравствуйте. Феникс скоро. Тише, тише, тише. Скоро Феникс. Я о том, что некому... Контроль. Контроль 10 секунд. Сливаете. Лужа, ушли оттуда РДД. В тотемах прям. Феникс. Сейчас контроль будет. Набирайте два танка. Отводите. Контроль. 5 секунд, 3, отошли оттуда, милики. Готовьтесь контролить. Савиби. Савиби дал. Кто там третий? Фениксу. Смотри, люди с контроля выходят и яйцо бьем. По Фениксу не торопить. Они с контроля выйдут и помогут яйцо убить. Пока вот ковыряют. Блять, Фениксу перевели почти. Готовьтесь. Лужа, лужа, лужа. Милики, готовьтесь, Феникса. Яйцо. Милики, Феникса, бегом. Аккуратнее, яйцо. Мосса вихрь дам. Не ауешьте, друид рядом, не ауешьте. Блять. Бейте ауе скиллами, быстрее. Виби диспел. Уведи яйцо. Отлично. Келя подвинь чуть-чуть ближе, ну не туда, ну ладно, пусть. Феникс, готовьтесь, уведи оттуда, там будет сейчас Феникс. Феникс. Ловим, танки словили Феникса. Отбросим. Че по БРМ? Не бьем пока что. Накинули доты, но не бьем Феникса. Просто доты. Скоро контроль. Келя ближе подведи. Вот, вот, блядь, РДД. Где сейчас лужа? Лужа, ушли РДД. Феникса и разведите Келя. Контроль 5 секунд. Сделали вары чардж. Быть гоом. Чардж сливайте. Гоом сделали чардж. Не бейте Феникса. Не бейте его. Расконтролили. Пана уведите от Феникса. Пана увели. Дайте ему что-нибудь. Уведите Феникса оттуда. Уведи. Эвинар, уведи. Грипните, кто-то меня еще. Все, тише-тише. Феникса. Фу, Келя к Фениксу. Келя к Фениксу. РДД добили. Яйцо появляется. Все в яйцо. Яйцо. Лужа. Яйцо, погнали. Яйцо, бегом. Ой, контроль еще раз. Обновили контроль. Просто не убейте. Не уешьте. Понял. Бейте, бейте, бейте. Феникс, 2 секунды. Келя на платформу. Огненная глыба не сбилась. Че голову захил. Че страшно. Вычагала, чего сдавала. Глыба не сбилась, не
Пиздец. Ну, офигенно, я улетел. Уже на 8. Солидоты, не переводить. Сомалийский, беги обратно. Быстрее обратно. Ну, лидоты. Не переводить. Пока бейте в Келя. Я скажу, лужа в центре. Ушли оттуда РДД. Келя и Феникса разведите еще больше. Контроль 5 секунд, вара чардж. Контроль дадим, потом будем добивать Феникса. Или контроль, Войда быстрее. Костеля. Там жабу. Блять, там циклон. Беги Феникса от Костеля. Смотрите за Феникса. О, Феникс, РДД, бегом, бегом, сейчас скоро новый. Лужа в центре. Гоу Феникса, милики, готовьтесь. Ехали Феникс и милики, бегом, 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 Феникс, 5 секунд. Все быстрее, все быстрее. Не убейте Войда. Я в фере. Ничего страшного. Феникс новый, ловим. 3%. Я бычью голову поднимаю. Он достал. Бьем Келя. Бьем Келя. Бычья голова встал. Стой, не переводите только там. Бьем Келя. РДД кинули доты на Феникса. Бегом. И бьем Келя. 1%. Келя далеко не уводить. Еще ближе к Фениксу. Лужа в центре. Миллики процентов. Все, Феникса, гоу. Миллики ждете. Бегом. РДД бегом перевели его. Бегом быстрее. Эти бафы по бычьей голове пока что. 8Б залью на КД. СС на мост. Да, да, слили яйцо, бегом. Гимноману, кто там рядом стоит, Костель. Бьешь Феникса, споешь. Рэндж. Бокасты умеет сбивать, микстурка ловит. Рэндж набрали на платформе. На платформе, спокойненько, можно стоять где угодно. Босс на мне сейчас. Если может сбивать, сомалийский не может. На этой фазе он призывает два Феникса, и они ни по КД не вызываются. Я не ошибаюсь, если вы будете рейндж держать. Все, сомалийский на боссе, все, пусть стоит. Рейндж набрали. Рейндж набрали. Вокруг стоите, тотемы в центр. Земле не спускайтесь, она будет вас подбрасывать. Видели кристальчики, посмотрели, как я вам говорил. Вот эта вот хрень, которая крутится на нижний ярус примерно. Взяли рейндж между собой, хилимся. Милики, можете как-нибудь, вы все равно не бьете. Стойте где-нибудь так, чтобы вас это особо не било. РДД, увидели вот эту хрень, которую он сказал? Высоко сильно не стойте. Высоко не держитесь. Падение, 5 секунд. 5 секунд падения. К боссу не идите, не идите к боссу. Он ударил 4000 всего. Ну, потому что никто не пошел. У меня 7000 хп, если что. Гера 15 секунд. Я слышу, после следующего мы не успеем. Заберите босса. Сомалийский умер. Да, скинь. БР сомалийского. Хотя нет, стоп, стоп, не надо, стой, нет, стой. Уже все. Танк у нас есть. А, нет, все, встал, все. Нет, ладно, дай баф ему. Дэв даст. Кто подкинет? Трис мертв. Там по агро, царю дайте сальву, турбо сальву дайте, паладили есть. Феникс, Феникс словили, Феникс. Словили Феникса, бегом. Можете идти. Его не надо. Молодец, молодец, Винар, сейчас будет гравитация. РДД, бьем пока Феникса. Лужа. Лужа. РДД, бейте пока Феникса. Доты на Келе, бьем Феникса. Феникса отведите. Я скажу, когда стоп по Фениксу. Я скажу, Кас бейте. Рэндж, в воздухе, РДД, все, стоп по Фениксу, РДД, стоп, бьем Келя. Вниз не опускайтесь, Келикин потом вниз, добьем. Примерно как звездочка летит на этом уровне, вас не убьет падение. Винар, далеко не уходи, чтобы тебя хилили, бьем Келя. Ну, потому что первый был, рядом с Фениксом прям. Феникс появляется сзади, готовьтесь убивать Феникса, меня захил. РДД, Феникса, готовьтесь. РДД добили Феникса, Милики скажу. Яйцо, Геру, главное, даем, приготовьтесь. Нет? Да подожди с Герой. Яйцо все. Геру дайте. Геру, да давай, 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 давай. Быстрее яйцо зальем, быстрее этого убьем. Эмоти, кто Феникс? Я далеко полетела. Феникса нет. Взяли раньше, набрали. Сейчас минут. Кому-нибудь надо? Из хилов. Маликет? Мама, маликет удалю. Кому СС? Танку одному, второй мне. А, на мне еще висит. Феникс. Феникс, Винар набрала.
РДД, накинули доты. Накинули доты, бейте пока келя. Слишком далеко не летите, блядь, как видно. После гравитации, да? Сейчас, да, после. Секунды. Гравитация, 3 секунды. Еще больше дот, РДД. Лужа под боссом. Лужа мелики. Ебать, лужа, хорошо, лужа, сука. А чё это он притянул сейчас нахуй под себя? Короче, это давай просто хуйня? Босса заливать без Феникса пускай. Давай, давай, давай попробуем, давай попробуем. Блядь, возьмите рейндж, какого хуя вы ко мне подлетели все, блядь? Сука, возьмите рейндж, вы не видите рейндж, что ли, блядь? Берсы нету, бьем босса. Все нету. Просто... Падение 5 секунд. Те, кто сейчас живые остались... Просто вообще на земле. Да, да, я встал. Бьем, на Феникса в хуй кладем. Пиздец. Венар, я буду ловить. Чего на фул баф? А мне СС был, нормально. У меня БРПД еще. Дайте баф какой-нибудь. Фул баф, каски, писта баф, баф. Что-нибудь накиньте, чтобы у меня ХП было больше и все. Пусти пропали. Как висит. Три танка есть, просто босса бьем и все. Фениксов вообще не бьем. ДД слишком много упало. Лужа, лужа. Лужа. Конечно, надо убить вот этого, которого пол хп. Не надо, мы не убьем яйцо. Феникс новый. Яйцо Феникс новый. Феникс слышишь? Новый. Чулан, мы яйцо не зальем, просто босса бейте. Я уже понял. Феникс в центре. Тш. Алиса, иди забери Феникса второго. Боссах пропал, блять. Похуй. Возьмите лутоните еще раз. Я гро на нем. По гравитации. Пушки пропали, да. Меняем пушки обратно. Взяли рейндж. Взяли рейндж. Стали так, чтобы можно было хилить Алису. Феникса будет жопа. Чулан, блядь. Я сложу. Сука, подлетели. Захильте чулана. Босса надо бить. Встал, встал ближе. Бок, бок, бок. 5 секунд гравитация. Где нет, 4 секунды. Прохильте рейндж. Не держите босса. Не держите в центре босса. Он, блядь, опять притянет, блядь. Прожинки отдаёт. Феникс будет там же, вот Алиса. Видишь, где я прыгаю? Смотри, вот здесь будет опять Феникс. Примерно, что? Если что. Ты знала. Он опять появляется где-то сзади, короче, босса. Там, где сейчас стоит Ойнузад. Вот там. Вот откуда у тебя спирт полетела. Риски страхуй, если что. Феникс, а Феникс. Феникс. Феникс на мне. Феникс на мне, отвожу. Она КД. Сбивать, помогайте, Роби, пожалуйста. Дезориентация, сука. Сейчас может притянуть к себе. Ебаный, давай. Риски лови. Это все. Не хочу Феникса, короче. Забирай Феникса. Дал прожимку. Фениксов забирай, два танка легли, слышишь? Похуй как, когда выйдешь, пробуй на меня. Фениксы пока внизу, один висит на мне. Феникс один на мне висит. Короче, от Фениксов бегаем, как можем. 4 ляма босса добиваем. Если есть Гера, как упадем, можете дать мне Геру, например. Падение 4 секунды. Бер, есть? И. Мосе. Пизда, слишком быстро хилу. Убивает. Пробуйте, босс. На турбосе. Один хил. Лужа под вас. На меня Феникс закрывает. Пробуем Витька. Да вот хуй он тогда под лужу притянул, ебать, с рейнджи. Да чё это было, нахуй? Он не притянул, блядь, там Феникс появился. Не-не, там ситуация в чем? Он кидает лужу и делает сразу вот этот переход фазы. И ну, просто вместе с Клавос так, что полрейда того. Я думаю, никто не встал сейчас. Тело покидаем. Нормально все, просто еще раз идите сюда без бой лишних идет. Разговоров. Значит, покиньте все ебаные инс нахуй. Покиньте все инс. У него сейчас... Дал мамонта, чинитесь. Вставайте все, чинитесь, блядь, сразу. Босс сейчас поговорит, и бой пропадет. Все, сейчас бой пропадет. Попал.
Все, заходите, поезжайте. Здесь от падения никто не сдох сейчас от падения, как в прошлый раз это было. Все то же самое, просто делаем и все. А если вы, долбоебы, на пристах, блять, будете еще раз кидать на меня левитацию ебаную, я не смогу нахуй пытку кастовать, я вас нахуй кастрирую. Помощники хуевы. Работаем. А он, ребята, он... А, скажите мне, сколько мы убили фениксов до того, как забили болт? Два? Пять или шесть? Нет, а нет, именно про последнюю фазу. Одну. И это у нас осталось. Надо убить, короче, надо убить три феникса, а потом сбивать хуй. Да, там надо бить, просто видишь. Потом там... Алиса спокойно. Нет, смотри, да, там. В смысле, ребята, мы бы убили просто. Жди, там убили. Я тебе про что, я про что говорю? Там идет дезориентация на 8 секунд, и Алиса дохнет. Так надо. Чтобы играть. На ней не было дохрена. Подожди, чтобы на ней не было три феникса, на ней будет один, и она не сдохнет. Вот как и все. Заебали, только из-за этого. Играть феникса, ты почему мы не играли? Потому что у нас сдохло пол рейда от бомбы, блин, да. Игродов полный. Да, ну, потом-то понятно. Я подожди, а можно вопрос? Так нас притянуло под бомбу. Кто-то а почему нас, блядь, не притянуло, а вас притянуло? Да я ебу, что ли? Ну ты не видел, кто нас притянул? Может, вас не притянуло, а вас Феникс просто? Можете, блядь, побежать к боссу. В центр, блядь. С углов, да? В центр? Да хватит. Ну ты понимаешь, что стояли вокруг босса? Да как мог же в центр всех открыть? Уважаемые, завалите ёбла. Идем, сука, убивать босса. Заебали, сука. Спасибо. Спасибо, Элрей, спасибо, Войт. Бегите просто к боссу и повторяем все то же самое. Сейчас у нас столько людей не упадет. Все. Мне подсказали, можно босс.